Всем привет! Сегодня мы будем рисовать цветы по-мокрому. Это быстрый дизайн, который эффектно смотрится и занимает мало времени. Я уже подготовила типс и нанесла на него белый гель-лак. Берем силикон-гель от Patrice Nail и наносим его на всю ногтевую пластину. Важно, чтобы слой был очень тоненьким, чтобы цвета хорошо растекались по нему. Берем тонкую кисть и макаем поочередно в два разных цвета. Рисуем лучики. Между ними каким-то одним цветом рисуем еще дополнительные лучики. Растягиваем немножко лепесточки. Ждем, чтобы чуть-чуть растеклось. Сушим, покрываем топом. Опять сушим, снимаем липкий слой. Далее берем белую гель-краску без липкого слоя и обводим наши лепесточки. Старайтесь, чтобы линии были тоненькие, дабы не утяжелить наш цветочек. В серединку я ставлю тычинки той же самой белой гель-краской. В промежутках я ставлю небольшие, как запятые, чтобы цветок смотрелся более законченно и пышно. Просушиваем, и наш дизайн готов. С вами была Таня Best Nail. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!